Всем большой привет! Сегодня у меня очень радостный и счастливый день, потому что моя крестная фея решила меня в очередной раз побаловать, порадовать своим вниманием и прислала мне вот такой огромный просто пакет. Здесь практически 2 килограмма. И я сегодня утром рано-рано проснулась, чтобы успеть перед курсами, побежала бегом на почту, получила вот этот мешок счастья, принесла. И сразу же хочу снять видео, потому что я хочу поскорее заглянуть в этот пакет, посмотреть, что там. И, ну и, конечно же, поделиться вместе с вами своей радостью. Сгораю просто от любопытства, поэтому не будем терять время и поскорее откроем этот пакет. Внутри меня ждал вот такой вот конвертик, такой вот пакетик. А вот там много всего интересного. У меня прям, знаете, вот руки чешутся, такое любопытство. Я заглядываю, я вижу много разных интересных всяких вещей и штучек. И не знаю, с чего начать, что первое вытащить. Ну, давайте как-то начнем. Боже, столько красоты, столько всего интересного. Обалдеть! Так, надо же показать вам. Посмотрите. Чайники Зингана. Набор для изготовления игрушки. Серия миниатюрка. О, я хочу как раз что-то вышить. Маленькое, такое интересненькое. Мне понравилось после моих бескорнюшек. Так. Здесь такая канва. Ниточки в косичке. Бубенчики, бисер. О, это очень интересный наборчик. Как-то шумно у нас. Побежала, закрыла все двери, которые можно было закрыть, чтобы был более четкий звук. Ну вот, в общем, такой первый наборчик. Ой, мне так нравится. Я уже хочу приступить и начать и вышивать, изготавливать игрушку. У меня такого не было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А-а-а! Птички. Птички от жар-птицы. Посмотрите, какая красота. А-а-а! Осенний и весенний. Красота. Так. Так, ну жар-птицы здесь не видно. Комплектация. Канва белая. Нитки внутри. Такие красивые миниатюрки, здорово разбавлять мои процессы большие, и которые есть такие монохромные, ну не совсем монохромные, но в одной палитре выдержаны. Будет очень даже здорово, красивые птенцы. Так, ой, боже мой, ну вот, посмотрите, что мне пришло, боже, это же Цвайгард, лесные друзья. Здесь, так, видно хорошо, птички, белочки, вот еще птички, тут не знаю кто-то, ежик, мухоморчики, очень интересная панелька, она такая длинненькая будет, какой размер, 71/27, и вышивается она на черной основе, вот. И вот такие красивые ниточки у Цвайгард. Они всегда свернуты такой литочкой. Очень красивые, хорошие ниточки. Оригинальный набор. И это из стареньких, потому что уже я очень давно не видела вот этой картинки. Вообще первый раз вижу. Да, первый раз вижу я этот набор. Очень интересный. На черной канве будет смотреться очень-очень красиво. Ой, крестная, спасибо тебе. Боже. Custom Crafts. Так, здесь у меня конюшечки. Так что тут завернуто так интересненько. Ой, не знаю, что прям тащить. Вот. Обалдеть. Ну надо же. Бисер. Так, мандала счастья. Ну, молодец, крестная. Баттерфляй, набор для вышивания бисера, размер 25/25 сантиметров. Так, вот такая красота у нас здесь должна получиться.
здесь техника в круговой зашивке. Вот я мечтала попробовать технику в круговой зашивке. Вот повышивать что-то такое. Класс! Такой весистый. Бисер здесь Прециоса, Чехия. Есть игла, инструкция. Так. Обалдеть! Какая красота! Вот полная зашивка, представляете? Полная зашивка. И здесь сколько кругов? Раз круг, два, ну в центре понятно, три, четыре. Четыре круга. Да, и они вот так вот волнами расходятся. Круто. Очень красиво. Большое спасибо. Вот как витраж смотрится, да? Особенно вот на камеру хорошо видно. Я люблю такие картинки. Вообще люблю витражи. Здесь прям техника витраж. Ой, класс. Ах, так. Не, ну тут не так просто. Еще один Custom Crafts. Обалдеть. Посмотрите, какой красивый букет. Это тоже из... стареньких, наверное, разработок. Может быть, и новая, я не вижу, где здесь год выпуска. Так. 2012. Да, 2012. Разработка схемы. Так, покажу. Кларк, Терена Кларк. По мотивам произведений. Вот автор показываю. То есть это по картине. Очень красивый букет, птичка, замечательный натюрморт, опять же на черной канве. Какие нитки красивые, посмотрите, всевозможные цвета, очень много ниток, яркие, разнообразные. Вся радуга на черной канве, это будет просто как огонек, очень ярко, здорово. Боже мой, Custom Crafts. Так, тут еще столько всего. Интересно, все завернуто. Надо аккуратно вытаскивать. Так, конвушечки. Тканюшечки. Тканюшечки. Ага, и пришла Линдочка. Так, нет, что это? Это Леон, а это Линда. Да. Ну, какой красивый отрез льна. Свайгард мне пригодится для моих. Ага, это Белфаст, 32-й цвет. Здесь у вас подписано все. Боже мой. Какое счастье. Какой красивый отрез. Красивый цвет. И большой кусок, я вижу, это Линда. Моя любимая. Цвет интересный такой, знаете, он не такой вот молочный. Есть маленький оттенок серого, мне кажется. Может, я неправильно вижу. Очень приятный цвет. Подойдет под любой дизайн. Большой отрез тоже здесь. Ух ты! 50 сантиметров на метр. Класс! Можно вышивать и вышивать. Крестная. Как тебя буду благодарить? Спасибо тебе огромное. Вот конюшечка. Мне как раз пригодится. Может быть, руки дойдут до оформления каких-то миниатюр, которые тоже у меня лежат. Все время не хватает. Так, ну тут что-то еще у меня из записки. Не знаю даже, как достать. Ткани здесь какие красивые. Класс. Вау. Какие красивые отрезы. Обалдеть. Так, вау. Куча, куча. Всего интересного. Так, так, так. Поскорее. Так, это письмо мне. Почитаю. Так, так, так. Так, я прям не знаю, с чего начать. Ух ты! Какие красивые ножницы интересные. Ножницы складные, дорожные. Ничего себе. Так. Ну, это я сейчас буду разбираться. Смотрите, какие интересные ножницы. Они вот так внутрь, наверное, складываются. Можно маячки повесить, ленточку, что-то такое. Круто! Ух ты! Так,
А, вот такой еще тоже резачок от Prim. У меня от Gamma такой был, но он подзатупился. Очень-очень удобный. Это вот точно такой же от Prim. Класс. Вот. Так, коробочка. Что там в коробочке есть? Открываем. А, в коробочке игольница. Класс. Как раз и для организации, для каких-то процессов. Ой, как открываешься? Давай дружить. Ага, открыла. Так, такое здесь блестящее, не блестящее, гладенькое покрытие. Магнитик, вот иголочка. Здесь одна золотая. А и вот лупа есть, да? Сейчас покажу. Вот, чтобы можно было вдевать в ушко, чтобы видно было. Ну, не знаю, видно на камеру, не видно, вот так. Очень миленькая, красивая штучка, удобненькая, такая игольница. Мне очень нравится, спасибо. И такие коробочки я тоже люблю. Я сюда складываю магнитики, потом насыпаю туда иголок. Такое вот делаю. Миленькая штучка, красивая. Ну и это вообще супер подарок. Я обалдела. Это же пяльца Нурги. И они даже с трусиками, с чехлом. Такой чехол красивый, нарядный. Просто взрыв цвета. Ничего себе. Желтенькие такие, хорошенькие. Да, теперь вот у меня, видите, тоже есть пяльцы Нурги. И я попробую с ними работать. Чехол к ним есть. Класс. Так, какая-то вышивочка уже сюда просится. Просится. Обязательно посмотрим, что здесь будет вышиваться у меня. Вот. Ну и. Ух ты! Ух ты! Пришел автопортрет моей крестной. Почетное место тебя разместим в доме. Обалдеть! Так, смотрите, это пластиковая канва двухсторонняя, вышита ниточками и украшена бисером. И вот такое счастье! Он красивенький ангелочек, класс, держит сердечко. Боже, хорошенький. Смотрите. Вот она, крестная. Красавка. Я ее так называю, потому что она остается инкогнито, не хочет, чтобы я озвучивала ее имя. И вот просто дарит подарки. Поэтому можно ее сравнить с добрым таким ангелом, который прилетает. Вот когда он пролетает и оставляет подарки. Большое спасибо, моя дорогая. Ты меня очень-очень порадовала. Это неожиданный, но очень приятный подарок. Ты действительно сделала мой день, настроение, столько счастья подарила, радости, столько всего интересного. Начну сейчас это все это разбирать, что-то начну вышивать. Но я думаю, я с чайничка вот начну, потому что это вот такое что-то очень интересное. Хочется сделать мне этот чайничек, поэтому буду его вышивать. Ну, конечно, тебя на почетное место. Красота. Вот такие вот у меня подарки шикарные. Я сейчас в шоке. Ну, очень приятно, в шоке. Все так нравится. Понимаешь, что человек с большой любовью это все это делал, все это собирал, упаковывал, отправлял, продумывал все эти наборы, все эти подарки. Очень приятно. Даже не знаю, за что мне такое счастье, столько внимания и любви. Вот. Еще раз огромное-огромное спасибо. Ну, а всем вам я желаю, конечно же, хорошего настроения, удачи вам. Ну и увидимся в новых видео. Пока-пока.